В то время как британская экономика еще глубже погрузилась в рецессию, премьер-министр Дэвид Кэмерон решил использовать Олимпийские игры в Лондоне, чтобы помочь Великобритании из нее выйти. В преддверии открытия Олимпиады британские власти организовали международную инвестиционную конференцию, пригласив туда лидеров экономического и финансового мира. К ним и обратился британский премьер. «Мое послание сегодня четкое и однозначное. Не должно быть сомнений в том, что мы продолжим работу и завершим ее. Мы займемся бюджетным дефицитом, сохраним процентные ставки на низком уровне и продолжим принимать трудные решения, необходимые для лидеров бизнеса и инвесторов, чтобы быть уверенными в долгосрочных перспективах будущего британской экономики». Кэмерон, который по случаю Олимпиады рассчитывает на привлечение миллиардных инвестиций, также пообещал усилить контроль за банковским сектором. Но мелкий британский бизнес больше беспокоит жесткий полицейский контроль над сувенирными лавками, торгующими товарами с олимпийской символикой. В Лондоне развернулась настоящая охота на торговцев подделками. «Я понимаю, что олимпийский бренд должен быть как-то защищен, но думаю, что это крайности. Власти защищают интересы спонсора Олимпиады, которые потратили около 900 миллионов евро, чтобы получить возможность размещать олимпийские кольца на своей продукции. Без них проведение игр было бы невозможным».